الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن النقائص والمعايب. خلق الإنسان من باء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. Уважаемые братья, все из нас хотят получить любовь Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда любят наши близкие нас, мы проявляем, мы чувствуем радость сердца. А когда любит нас наш Творец, тот, кто сотворил, создал наших родителей, тот, кто создал нас, наших детей, если Он любит нас, то более величия этого ничего нет. «Лейса ба'да рида Аллахи илля аль-джанна». Нету после довольства Аллаха ничего, кроме как райской обители. Как же нам заслужить любовь Аллаха, субхану ва та'аля? Пускай каждый спросит себя, любит ли меня Аллах или нет. А что мы должны сделать для того, чтобы полюбил нас Всевышний Аллах, субхану ва та'аля? Ведь мы знаем, то, что наша ибада, аркануль-ибада, столпы поклонения, есть три столпа. Аль-хубб, валь-хауф, валь-раджа. Любовь по отношению к Аллаху, субхану ва та'аля. Богобоязненность, страх, боимся его наказания. Валь-раджа. И надежда на его прощение, на его милость. Эти все три вещи мы должны собрать в наших поклонениях. Каля, субхану ва та'аля, фи васфи ибадихи аль-му'минин. Описывая рабов верующих, субхану ва та'аля сказал, юхиббухум. Он их любит, Аллах их любит, и они его тоже любят. Взаимная любовь с Аллахом, субхану ва та'аля. И также описывая своих пророков, Аллах, субхану ва та'аля, сказал, «Иннахум кану юсари'уна фил хайрат, ва яд'унана рагабан ва рахаба, ва кану лана хаши'ин». Поистине они соревновались в благих делах и просили дуа страхом, боясь наказания, и рахаба, и нас надежды на рай, и были богобоязненными. Любовь Аллаха и любить ради Аллаха – это одна из основ нашей религии, аль-ислам. Когда человек что-то делает, он делает это ради довольствия Аллаха, субхану ва та'аля. Когда он оставляет какой-то грех, он делает это ради Аллаха, субхану, любя Аллаха, зная, что Аллах это не любит. وَبِكَمَالِ الْمَحَبَّةِ يَكْمَلُ الدِّينِ. И чем, если у человека будет полная любовь по отношению к Аллаху, субхану ва та'аля, по отношению к поклонению, тогда его религия будет полноценной. А если у него нет этой любви, если он, например, молится с нелюбовью, побыстрее бы это закончилось, побыстрее бы прочитать намаз, то тогда также его религия, она неполноценна. Валь-мураду хуна, то, что имеется в виду махабба, любовь, махаббату л-убудия, любить поклонение Аллаха, Аллаху, субхану ва та'аля. Куллю ма юхиббу Аллах, любить то, что любит Аллах. وَالْبُغْضُ كُلُّ مَا يَبْغِذُ اللَّهِ. И не любить то, что не любит Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. Какие же признаки то, что мы любим Аллаха, то, что Аллах нас любит? مِنْ أَعْظَمِهَا. Самый великий признак اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Следование за посланником صلى الله عليه وسلم. Всевышний субхану ва та'аля сказал في سورة العمران قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Валлаху гафуру рахим. О Мухаммад, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах вас полюбит и простит вам ваши грехи. Поистине Аллах прощающий, милосердный. Каля ба'аду саляф. Один из предшественников сказал, иддаа кауму махаббатилла, фаанзал Аллаха хадихи л-ая. Когда народ подумал, что они правда любят Аллаха, тогда Аллах не спасал этот аят. Если вы любите Аллаха, следуйте за посланником, саллаллаху алейхи вассалям. А тот, кто не следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто противоречит сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, зная это, то он не проявляет любовь к Аллаху, субхану ва та'аля. Он не обманывает то, что он любит Аллаха, субхану ва та'аля, потому что противоречит словам и приказу Всевышнего, субхану ва та'аля. Также любить то, что любит Аллах, и не любить то, что Аллах не любит. Из дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. О наш Господь, сделай так, чтобы мы любили иман, чтобы мы любили веру и приукрась его в наших сердцах.
когда у человека есть иман в сердце, на лице это его видно. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Хайру л'ибад, иза ру'у зукир Аллах». Самый лучший из рабов Аллаха, когда на них посмотришь, вспоминаешь Аллаха, он тебе напоминает об Аллахе, субхану ва та'аля. И сделай для нас так, чтобы мы не любили неверие, грехи и ослушание. И сделай нас из тех, кто идет по прямому пути. Какие же причины, уважаемые, это было алямат, признаки, какие же причины ученые, чтобы Аллах субхану ва та'аля нас полюбил, и мы полюбили Аллаха? Ученые сказали, несколько признаков упомянули, соответственно, Коран и Сунна. Первое, قراءة القرآن بالتدبر وتفهم. Чтение Корана, размышляя над Кораном. Размышляя не просто так, размышляя над Кораном и также понимая его. И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Мен ахабба калам Аллах, ахаббаху Аллах». Тот, кто полюбил слова Аллаха, речь Аллаха, Коран, его Аллах, субхану ва та'аля, полюбил. Аль-Коран куллюху азим. Коран, он весь великий. Но самое, что более великое в Коране, хадисуллах аниллах. Когда Аллах сам себя описывает в Коране. Мы любим Аллаха, поклоняемся Аллаху, но мы не видим Его. Как же мы можем познать Аллаха, субхану ва та'аля? Через Коран, через Его сифаты. Через Его сифаты. В этой жизни можно познать вещи через три. То есть первое, когда ты видишь, ты познаешь, узнаешь это. Или кто-то увидел тому, кто, кому ты доверяешь, и рассказал, описал тебе. Или есть что-то похожее на это. Но Аллаха мы не видели. И никто не видел Аллаха, чтобы описать Его нам. И ничего нет похожего на Аллаха. Ну как же мы можем узнать через Его сифати? Через Его сифати. Милости и милосердность, субхану ва та'аля, прощающие грехи. То есть, когда Он описывает себя. Второе. Ат-такарруб иля Аллахи бин навафиль. Приближаться к Аллаху через дополнительные поклонения, через сунну. Например, намаз духа, садака. То, что не приказал Аллах, но это навафиль. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Кудси, «Вала язалу абди ятакаррабу илайя бин навафиль, хатта ухибба». Мой раб будет приближаться ко мне через поклонение, и до того он будет приближаться то, что я полюблю его. И когда Аллах, субхану ва та'аля, полюбит своего раба, юнади Джибриль, обращается к Джибрилю, алейхиссалям, и говорит, «Я Джибриль, инни ухиббу фулан, фахибба». «О, Джибриль, такого-то раба я люблю, и ты его тоже люби». «Фаюхиббу Джибриль». И Джибриль его полюбит. И обратится ко всем ангелам, и скажет, «Инна Аллаха юхиббу фулян, фа ахиббу». Поистине Аллах любит такого-то человека, и вы, все ангелы, любите его. И он будет ходить по земле Аллаха, субхану ва та'аля. Аллах его любит, Джибриль, алейхиссалям, его любит, и все ангелы его любят. Следующее, «Давам зикр Аллаха фи кулли хал бил лисан вал кальб вал амаль». Постоянно поминать Аллаха своим языком, своим сердцем, своими делами. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Мен ааша аля шей, мати алейхи». Тот, кто на чем жил, на этом и покидает эту жизнь. Все мы хотим попасть в рай. И все мы хотим, чтобы последние слова у нас какие были? «Ла илаха илляллах». Почему? Потому что саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Мен кана ахру каламаху ла илаха илляллах, дахал аль джанна». Тот, у кого будут последние слова «Ла илаха илляллах», он зайдет в рай. Но однако, если человек постоянно матерится, говорит плохие слова, и перед смертью он тоже это скажет, так как сказал Аллах, тоже не сможет сказать «Ля илляха илляллах». Поэтому постоянно мы должны поминать Аллаха, делать зикр своим языком, своим сердцем, своими делами. Следующее – «Тааммуль фи асма илляхи ва сифати». Размышлять над именами Аллаха, над Его атрибутами. Аллах, субхану ва та'аля, говорит «Валиллахи л'асма уль хусна, фадьуху биха». У Аллаха прекрасные имена, и обращайтесь к Аллаху через эти имена. Как же обращаться к Аллаху? Аллах, субхану ва та'аля, ар-рахман ар-рахим. Аллах милостивый. И любит, когда человек тоже проявляет милость по отношению к другим рабам. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман ла ярхам, ла юрхам». Тот, кто не проявляет милость, к нему Аллах не проявит ли милость. Если человек жесткий, в гневе, с людьми так обращается, плохо себя ведет, Аллах к нему не проявит свою милость. А если он будет снисходительным, с милостью обращаться, Аллах проявит к нему свою милость. Также Аллах любит прощать и любит, когда братья прощают других. «Аля тухиббуна ан ягфира Аллаху лакум». Аллах говорит, не хотите, чтобы Аллах вас простил? Тогда тоже прощайте. Но есть сифати Аллаха. Аллах не любит, чтобы мы тоже подражали этому. Это аль-кибрия, валь-азама, высокомерие, величие. Это для одного Аллаха. Но как же приближаться к Аллаху через эти атрибуты? Через саджда, через земной поклон. Как сказал субхану ва та'аля, «Калля ля тутиху, фасджуд вактариб». Делай земной поклон и приближайся к Аллаху. Самое, что дорогое у нас есть, это лоб.
Никто не сделает лоб, никто не сделает земной поклон кому-то. Это унижение. Но однако величие, когда мы делаем земной поклон только одному Аллаху, субханаху ва тааля. Следующее, инкисару ль-кальб байна йадей Аллахи ва ифтикару. Это когда человек проявляет нужду по отношению к Аллаху. Когда человек что-то у человека постоянно просит, потом он ему надоедает. Но однако Аллах субхан любит, чтобы у него больше его рабы просили и проявляли свою милость. Аллах субхану ва тааля говорит: «Я юханнас, антуму ль-фукарау иля Аллах». О, люди, поистине вы нуждаетесь в Аллахе. Валлаху хуа ль-ганию ль-хамид. Аллах ни в чем не нуждается, он богат. И последнее, муджалисат ахли ль-хайр, истифада мин каламихим, валибтиад мин кулли сабабин яхулу бейна ль-кальби ва бейна Аллах. Больше проводить время с рабами, такими, которые приближенные к Аллаху, богобоязненными, брать с учеными, с богобоязненными, брать от них какую-то пользу и отдаляться от тех, которые грешат, не сидеть вместе с ними. Поминать Аллаха субхану ва тааля постоянно. Просим Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, чтобы мы были из тех, которые любят Аллаха, и Аллах их любит. Ва салли Аллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.